Алло. Алло, Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Да, позвольте, я представлюсь. Меня зовут Антон, международная финансовая компания LimeFX. Вы заходили, Анжела, к нам на сайт и проходили регистрацию нашей компании. Все да. верно? Здравствуйте, Антон. Ну, я заходила, посмотрела. Я вообще хотела книжки почитать какие-то, но там без регистрации нельзя было. Ну, во всяком случае, у меня не получилось. Поэтому я зарегистрировалась. Так, очень хорошо, Анжела. Хотела книжки Давайте посмотреть. Сейчас разберемся. То есть, я так понимаю вообще, исходя вот из вашей регистрации, вы интересуетесь дополнительным доходом на финансовом рынке. Все верно? Я интересуюсь дополнительной информацией касательно финансового рынка прежде всего. Очень хорошо, Анжела. Тогда позвольте, задам вам буквально просто несколько вопросов, только вообще, чтобы убедиться, что данная сфера вам подойдет. Договорились? Ну, хорошо. Попробуйте. Хорошо, Анжела. Подскажите, а в целом у вас уже был какой-то опыт? Или пока вы только впервые начинаете интересоваться данной сферой? Ну, некоторый был. Да, немножко вы, Анжела, работали в этой сфере, да? Немножко, да. Так, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, а работали с каким депозитом, какие объемы, чтобы лучше вас понимать? Ну, вас интересует размер депозита или размер сделок? Это же немножко разные вещи. Ну, давайте по порядку. Вот вы, я так понимаю, с другой компании начинали, да? Скажите, а с какой суммы вообще начинали вашу работу? Ну, это какое имеет отношение сейчас к нашему с вами вопросу? А, пожалуйста, что это ваше право, знать? Просто хочу Нет, понимать, просто какую литературу и информацию вам подобрять. Да, я бы хотела смотрите, почитать про есть... средства технического анализа. Хорошо, Анжела, я объясню, почему спросил. Есть вообще три основных рынка, на которых сейчас россияне занимаются торговлей. Это товарно-сырьевой, наш фондовый рынок, где торговля происходит в основном только по акциям, да, и самый оптимальный, стандартный среди россиян, самый популярный, это валютный рынок, где мы с вами зарабатываем на разнице. То есть на разнице цены, все очень просто, да. Я вижу, что вы интересуетесь анализом, значит, вы бы хотели разобраться, как можно вообще анализировать и прогнозировать рынок. Как можно заниматься этим самостоятельно? Все верно? Ну, я бы хотела улучшить свои знания, да, погрузиться улучшить, более глубоко хорошо. В да. теорию и практику технического анализа. А, хорошо. Анжела, подскажите, пожалуйста, а вот вы как торговали, я так понимаю, вы руководствовались каким-то анализом, то есть не наугад открывали ваши сделки, правильно? Ну, верно, конечно. А, так, я вас услышал. Скажите, пожалуйста, а работали по каким инструментам вообще? На срочном рынке. Срочный рынок, очень да, хорошо. Да. А какими товарами торговали? Товарами срочного рынка. Ну, разные. Товарами срочного рынка, знаете, понятие вообще растяжимое. Вот. На срочном рынке много чего торгуется, чтобы вообще понимать, с какими суммами вы работали, объемами, да, какое направление вас интересует. Может, исключительно ценные бумаги или там? Я еще раз говорю, я торговала инструментами срочного рынка, а не ценными бумагами. Хорошо, я вас понял, пожалуйста, это ваше право. То есть, так а в чем право? Вы спрашиваете ценные бумаги, я говорю, нет, я торговала инструментами срочного рынка. Ну, вы знаете вообще, что такое срочный рынок? Я понимаете? Знаю, конечно, да. Аутсорс, срочный да. рынок, это, понимаете, это обширный рынок, на котором торгуются различные активы. Акции, какие, облигации, валюта, товары. Вы уверены в этом? Конечно. Mm-hmm. А вы торгуете и не знаете, о чем вы работаете, получается? Ну, да? У меня теперь впечатление, что вы Анжела. Не знаете, что такое срочный рынок. Ну, я работаю в данной сфере более 18 лет, понимаете? Да? Ну, и когда человек говорит срочный рынок, да. срочный рынок, да, mm-hmm. а я понимаю, что это определенное количество опционов либо фьючерсов, да, ну, на вот, котором вот, происходит, происходит все, сама опционы, торговля. Фьючерсы, а причем здесь, здесь торги, смотрите, на товары, рынке, акции, вот, и облигации. Вот, позвольте, я вам объясню, mm-hmm. что свою мысль донесу. Вы, наверное, имели в виду больше, да, что здесь происходит торговля по контрактам, да, по базовым активам. Верно? То есть контракт на разницу у нас идет. Вот. А есть различные Нет, инструменты, не контракт на разницу. По которым контракт на разницу – это SFD, вы имеете в виду. Вы сейчас путаетесь. Ну, фьючерсы, конечно, абсолютно верно. Фьючерсы. Вот я поэтому вы говорите сейчас про SFD? Да. Ну, SFD Нет, я в целом говорю. Вы говорите срочный рынок, правильно? Ну, а срочный рынок я что понимаю, подразумевает от себя? Ну, фьючерсы, опционы, что это? Форварды, фьючерсы, опционы. Да. Все очень просто. Ну, вот. Очень просто. И, понимаете, на срочном рынке, да, есть определенные инструменты, по которым можно работать. Вы можете работать как по валюте, да,
непосредственно по контракту по валюте, да, можете заходить по облигациям, по акциям, по ценным бумагам. Вот поэтому, чтобы лучше вас, Анжела, понимать, я и пытаюсь разобраться, в каком направлении вы работали, да, то есть по какому направлению открывали сделки, что за инструменты за основу брали, чтобы просто лучше понимать. Ну, вам интересно просто, потому что я вижу... какие у меня были фьючерсы, вот это вы меня спрашиваете? Давайте, да, поставим вопрос так, ну, какие у вас были фьючерсы? Да, валютные были, товарно-сырьевые были. Вот, я вас услышал. То есть вы можете не говорить, там, доход, это ваше право, я вижу, что вы девушка самостоятельная, хотите лучше разбираться в этой сфере. Очень хорошо. То есть я так понимаю, когда открывали вашу сделку, чем-то руководствовались. Больше теханализом, хотите понимать его, правильно? Ну... Хотела бы, да, разобраться в тех анализах. Хорошо, он же ваши посмотрела. Ну, еще не посмотрела. Очень хорошо. Я посмотрела, значит, смотрите. Что у вас предлагается, да. Смотрите, я вам просто скажу, вот как человек, который работает на рынке уже не первый год, да, книги вам дадут теорию. Самое важное – это практика. Если мы берем теханализ, то вы прекрасно понимаете, что это анализ, который строится на модели прошлого. То есть, исходя вот из нашего графика, да, исходя из наших паттернов, индикаторов и уровней. Здесь мы поставляем просто по теории нужный шаблон, да, исходя из этого шаблона мы понимаем, в каком направлении пойдет цена. Согласны со мной? Ну, не совсем. Я не могу сказать, что важнее практика или что важнее теория. И то, и другое важно в равной степени, но зависит эта степень важности от ряда обстоятельств в каждом случае. А, очень хорошо, Анжела. Смотрите, чтобы вообще понимать, как мы заработаем на данном типе рынка, необходимо обладать информацией. К сожалению, вот новички, люди, которые только входят на этот рынок, да, чаще всего, возможно, вы слышали, либо сами сталкивались, такие люди свои деньги просто теряют. А вопрос почему? Потому что не знают, в каком направлении двигаться, как понять, что цена пойдет именно в ту сторону, на которую вы рассчитываете. А, смотрите, здесь самое важное просто выбрать компанию, надежную компанию, которая вам будет предоставлять такую информацию. Вы, конечно, можете сами, да, разбираться, уделять большое количество времени, да, анализировать рынок и пытаться самостоятельно торговать. Но, как правило, это приводит к большим убыткам. Понимаете? Вот я вам просто скажу из личного опыта. Позвольте. Все, что, Анжела? Почему? Вот так считаете, почему? Я объясню вам почему. Потому что вы зачастую не знаете правильную точку входа. В какой момент лучше зайти на рынок по тому или иному инструменту и вовремя закупиться, как говорится, да? И заработать на это. Вы и думаете, положим, если точка... мы возьмем там тоже... Я вас перебила, простите. Ну, смотрите, Анжел, опять же, да, я могу свои слова подтвердить, потому что я работаю уже не первый год, я могу вам показать доходность своих активов, да, более детально и объяснить, почему я зашел на рынок. Именно в этом направлении, именно этот инструмент, такая точка входа. Лично я в основном работаю на валютном типе рынка. Потому что торговля сейчас, спекуляции вообще, торговля на разнице, это самый выгодный доход. Предположим, если возьмем ту же фонду, да, то, естественно, чтобы там зарабатывать хорошо, необходимо вложить хотя бы немаленькую сумму, $5-10. Потому что, во-первых, очень невыгодные свапы берет Московская и Санкт-Петербургская биржи, да, депозитарная комиссия. Комиссия за ввод и вывод средств. По факту, все, что вы там видите, вы там зарабатываете $500 за сделку, да? Из них $300 возьмет просто Московская биржа. Понимаете? То есть... Подождите, еще раз, сколько возьмет Московская биржа, исходя из... То есть в целом, со скрытыми, да, комиссиями, в зависимости от суммы, которую вы заработали. Я вам просто образно говоря, утрированно привел пример. А при чем здесь свапы и Московская биржа? А что такое свопы? Московская биржа берет свопы? Ну, я-то знаю, но берет ли Московская биржа свопы, вот мне интересно. Конечно. Своп, грубо говоря, комиссия за перенос сделки на следующие суммы. Ну, я впервые слышу об этом, что берет комиссия свопы. А вы открывали договор, читали вообще? Кем? За счет чего берется комиссия при открытии сделки? Вот я читал, я вам говорю, я работал сам даже. С кем? С Московской биржей? Нет договора с Московской биржей. Московская биржа и договор заключает брокер, наверное, или кто-то еще. Вы едете отдельно в офис в Москву, да? На дистанцию вы открыть не сможете. Вы едете в офис, открываете счет. То есть вы хотите сказать, что любой человек, который захочет выйти на фондовый рынок, ну, любой другой рынок через брокера, должен ехать в Москву, идти в офис Московской биржи и заключать с ними договор? Смотрите, здесь... Больше что интересует вас. Если вы хотите работать на Московской бирже, да, в основном вам необходимо будет обратиться к контрагенту, ваш банк, да, предположим, через который вы хотите выйти. Либо непосредственно уже приехать к ним в главный офис, конечно. Вам расчет открывают в рублевом эквиваленте. Вы через по доллару не будете работать. Московская биржа напрямую работает с физическими лицами, хотите сказать?
Минуя брокера? В смысле, я не совсем вас понимаю, Анжела. Ну, вы объясните. Второй раз пытаетесь... Напомните, как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон. Антон, вы мне второй раз пытаетесь сказать, донести до меня мысль, что любой физический человек, который захочет, физическое лицо, который захочет работать на московской бирже, должен идти туда, ехать туда ножками или самолетиком. И конечно, заключать договор. То есть больше миллиона людей в нашей России, которые уже сейчас работают на фондовом рынке в той или иной степени, они все посетили московскую биржу, а там у них лестница не рухнула, интересно, вот такого наплыва посетителей. Ну, смотрите, вы, если вы напрямую работаете через московскую биржу, вы заключаете с брокером договор на обслуживание. С брокером, да? Или с московской биржей-то? Я, послушайте внимательно, в зависимости от того, где вы хотите работать и на чем. Если, вот, как разница? Вы говорите, вот разница большая. Ну, например, приведите пример, очень... когда нужно напрямую с московской биржи заключать договор физику. Ну, давайте так, вот когда вы открываете счет, а в какой валюте вы его открываете? Это неважно, вот вы хотите работать через московскую биржу. Какой имеете в виду счет? Ну, в каком эквиваленте, в какой денежной единице? В рублевой, можно в рублевой, можно долларовой, валютной. Алло, Антон. Ну, смотрите, да, что касается вот московской биржи, да, вот вы говорите, понимаете, вы не можете торговать на через московскую биржу, через отдельных единиц, через отдельных контрагентов и брокеров. Вы должны подъехать в управляющую компанию, заключить договор, открыть счет в российском рубле, потому что в долларовом эквиваленте, либо там в евро, они не открывают. Это во-первых. Если вы хотите напрямую кто работать через биржу. Брокер не открывает. Брокер не открывает. Анжела, доллар. Другие компании не дают вам доступ на московскую биржу. Вы максимум, какие что другие компании? Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Давайте так, такие вы брокеры? На рынке сколько работаете? Да подождите, мы сейчас вы не на к рынке этому. Сколько работаете? Подождите, давайте вот то, что вы мне говорите, я сейчас в обморок упаду от той информации, которую вы мне сейчас приносите. Нет, но вы сейчас хотите... говорите, что вы умнее меня. Вот, вы я ни слова такого не сказала. Нет, я, скорее всего, глупее вас, потому что я ни черта не понимаю с того, что вы мне говорите, и с каждым словом удивляюсь все больше и больше. Давайте так, Анжел, давайте сделаем проще. Подождите, нет, мы проще не будем. Я люблю все очень сложно. Еще раз, что бы человеку, физическому лицу, торговать на московском бирже, что, по-вашему, ему нужно сделать? То есть, каковы его шаги? Вот скажем, Анжел, давайте так, я вижу, вы не совсем торговать. Меня понимаете. Ну вот, вы я потому уже по-простому, да. Вот некто Коля Петров хочет торговать, Анжела, на московской бирже. Нет, вот вы мне расскажите, пожалуйста, каковы его должны так быть, вы не даете действия. Мне даже слова сказать. Так Анжел, я задаю вопрос. Угу. Ну вот дайте я скажу, пожалуйста, дайте давайте мне слово сказать. Говорите. Анжела, смотрите, давайте сделаем проще, да, вы не совсем понимаете мои слова. Давайте сейчас я просто переведу на своего эксперта, с которым я работаю, он вам более детально об этом объяснит. Возможно, вы просто не понимаете то, о чем я говорю. А мне кажется, это будет гуманно. Ваш эксперт будет поглупее вас, и он немножечко нет, на моем уровне мышления будет рассуждать? Нет, вы нет, это вам просто сказать? Более детально об этом расскажете. Я просто, к сожалению, не могу вам это нормально объяснить. Я приношу свои извинения, позвольте, просто я ваш умный человек, того, который чтобы мне более так... опытный в этом плане. А, вот как. Хорошо, давайте, Антон, попробуем. Алло, Анжела, добрый день. Добрый день. Анжела, меня Дмитрий зовут, я эксперт компании LimeFX. Приветствую вас, Дмитрий, мечтал всегда поговорить с экспертом Анжела, ваш, компании. Да, вот менеджер Антон передал, что у вас были вопросы, и я так понимаю, он не совсем, да, смог ответить на них. Ну, может быть, он и смог ответить на них, и даже великолепно, но я ни черта что-то не поняла из того, что он мне рассказал. И я уже предполагаю, что мы, может быть, находимся с Антоном в разных странах, и он рассказал, как это делается в его стране, а в моей стране это немножко по-другому. И мы поэтому не поняли с ним друг друга. Так, хорошо, давайте тогда попробуем начать, может, чуть-чуть с нуля. Вы зарегистрировались в компании брокера, интересуетесь доходом, правильно? Я поинтересовалась книжками, которые так, можно книжками, посмотреть, ну, книжки... зарегистрировавшись сначала. Вот с этого все началось. Ну, книжки в любом случае хотите использовать, да, потом впоследствии в торговле, ну, чтобы понимать, как полистать, все происходит. Хотела полистать, почитать, может быть, освежить где-то свои знания, улучшить эти знания. Ага, то есть у вас уже, я так понимаю, опыт, да, есть по работе?
Да, теперь уже и не знаю, поговорив с Антоном, я теперь уже начала сомневаться, а вдруг у меня его нету, я что-то делаю. Так, ну а вообще, если не секрет, расскажите, где уже торговали, торгуете? Ну вот вы мне расскажите насчет московской биржи, вот Антон мне пообещал, что вы мне поясните этот нюанс. Так, хорошо, что вам рассказать про московскую биржу? Антон мне сказал, чтобы человеку в нашей стране торговать на московской бирже, ему необходимо приехать лично в офис московской биржи и заключить с ними договор. И меня конечно, эта информация изрядно удивила. Если вести торговлю напрямую. То есть вы тоже так считаете? А что значит напрямую? Нет, разве можно на бирже напрямую том, что... физическому лицу торговать? Дело не в том, что я так считаю, дело в том, что это регламенты Московской фондовой биржи. Вы в любом случае обязаны посетить офис. Охренеть. Единственное обхождение данного условия – это работа через управляющую компанию, он же банк, да, там Сбербанк инвестиции, Тинькофф инвестиции и так далее. То есть вот в этом формате. То есть, в любом случае, между вами и рынком выступает управляющая компания. Вот как. Понятно. А если человек хочет напрямую торговать на московской бирже, то он это делает ножками или самолетиком добирается, правильно? Ну, Ажа, если вы хотите напрямую торговать без посредника, тогда вам нужны сертификаты профессионального участника рынка, управление хедж-фондами, пенсионными фондами. То есть вы должны сдавать квалификационные аттестаты в Центробанке, ну, без этого ж никак. Безусловно. И после этого можно будет торговать напрямую. Ну, хорошо. Конечно. Хорошо. Ну, почему-то ваш коллега сказал, что это должен делать вообще каждый человек, который хочет торговать. Хорошо. А что вы подразумеваете под управляющей компанией? То есть, если не напрямую ехать на московскую биржу, слава тебе, Господи, можно обойти, да, видимо, все-таки этот момент, то надо воспользоваться услугами управляющей компании. Правильно? Не совсем я сейчас понимаю, в какую сторону у нас заходит сам диалог, но поймите, я что делать несчастным брокерам? Что делать несчастным брокерским компаниям, которые тихо сейчас рыдают в углу и не знают, куда им приткнуться? Да почему? Я думаю, у брокерских компаний все отлично, ведь или вы брокерскими компаниями тоже называете работают через CFD-компании, они CFD-контрактами работают. Практически 99% брокеров работают с CFD. То есть это косвенная связь с непосредственно фондовым рынком, да, то есть это деривативы, то есть это контракты на разницу. Никаких физических покупок ведь там не ведется. То есть там клиент владеет только ценой, да, имеет право на цену и, соответственно, потом спекулирует на изменениях. Брокеры, которые у нас сейчас находятся в России, они не торгуют реальными активами. Вы это хотите сказать? Ну, смотря какие брокеры, Анжела. Я же не говорю вам за всех. То есть я вам говорю по большей части, как оно есть. Ну, а какие брокеры, например, у нас в России торгуют только CFD-контрактами и не торгуют реальными? Анжела, я не имею права вести с вами разговор о других брокерах. Ну, моя вы просто смело сказали про 99% брокеров, которые на самом деле не брокеры, а форекс-дилеры. Правильно? Ну нет, форекс-дилеров уже на территории России нет, потому что непосредственно дилерская работа уже запрещена. Ну, да, как когда, же? По-моему, как в 2017 году Набиуллина поотменяла лицензии, то как такового форекс-дилерства практически нет, его уже искореняют. То есть только прямое брокерство. Ну, тем не менее, некоторые брокеры имеют еще и лицензию форекс-дилером и торгуют отдельно на Форексе. Ну, так Форекс-дилер – это внутренняя работа, правильно? Это внутренний дилер. Ну, это отдельная лицензия, по сути, это торговля внутри. Да? Это в первую очередь отдельная лицензия. В первую очередь, как причем? В первую очередь, есть право на деятельность или нет права на деятельность? Получил брокер дилерскую лицензию, он может еще и в качестве форекс-дилера выступать. Вот все. Не так? Дмитрий, может быть, еще раз я повторяю вопрос, может быть, мы находимся с вами в разных странах, и в наших с вами странах разные законодательства. Вы откуда мне звоните? Вы, Анжела, мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вы откуда мне звоните? В нашу компанию пришли. Чем заинтересовались? Только книжкой? Нет, ну в первую очередь основная была задача книжка. Вы пытались провести на свой торговый счет $300. Соответственно, после этого с вами сразу же связался эксперт.
да, ваш менеджер, который должен был оказать вам по регламенту все услуги необходимые. Рассказать про компанию, рассказать, что мы можем вам предложить. Да. Просить у вас, что вы хотите, чтобы вам предложили, да, чтобы дальше работать с вами и сотрудничать. Ну, давайте расскажите мне, что вы мне можете предложить, давайте я с удовольствием послушаю. Анжела, мы форекс-брокер, про которых я вам уже рассказывал, да, то есть мы ведем контракты на разницу, то есть мы торгуем контрактами на разницу. Вы форекс-брокер, давайте уточним, вы форекс-дилер? Нет, мы форекс-брокер, мы не дилер, мы брокер. Так не бывает, бывает либо форекс-дилер, либо брокер. Ну, так я же вам и говорю, что мы форекс-брокер. Это как договор оферты, который любят очень люди некоторые. Анжела, услышьте меня, мы форекс-брокер, мы брокер. Вы брокер все-таки, то есть вы не форекс-дилер, или вы и брокер, и форекс-дилер одновременно? Жаль, слушайте, ну, вы сейчас мне какую-то чушь начинаете нести. Мы с вами пытались разговаривать по делу, вы начинаете мне... Я пытаюсь понять ваш статус. Вы пытаетесь что-то непонятное сказать. Я вам объясняю, мы форекс-брокер, вы зарегистрировались к нам в компанию, вы заинтересовались литературой, вы пытались активировать свой счет. Мы пытаемся сейчас вам помочь, рассказать, что-то объяснить. Все, я слушаю вас внимательно. Что вам рассказать, Анжела? Что вам рассказать? Чем занимается ваша компания? На какие рынки вы выходите и выводите своих клиентов? Какими активами вы торгуете? Наша компания является форекс-брокером. Она оказывает посреднические услуги между клиентом, оно же физическое лицо, и международным финансовым рынком. Если, опять же, брать в расчет сам международный финансовый рынок, то у нас есть доступ к абсолютно всем инструментам. Это контракты на разницу по российским инструментам, по российским акциям, по российским фондовым индексам, он же индекс Мосбиржи, это индекс РТС. Если брать американский, европейский, опять же, весь спектр услуг мы предоставляем. Что конкретно вам интересно в этом вообще, в этой сфере? Мне был бы интересен фондовый рынок. Фондовый рынок. Соответственно, если клиенты обращаются к форекс-брокеру для работы на фондовом рынке, значит, их, скорее всего, заинтересовало кредитное плечо, правильно? Впервые слышу о таком варианте, о версии такой. Почему так происходит? Подождите, вы никогда не слышали про кредитное плечо? Я слышала о кредитном плече много раз. Более того, я даже умею его использовать и использовала. Я впервые слышу, что основной мотивацией, которая ведет к вам людей, является кредитное плечо. Ну, может быть, нет. Я сейчас с вами не спорю. Я не сказал, что это основная мотивация. Ну, во всяком случае, это не была моей мотивацией основной. Давайте вернемся к тем инструментам. Хорошо, тогда вы просто скажите, что вас заинтересовало. Вот, меня заинтересовал фондовый рынок, который вы озвучили. И вот у меня в связи с этим вопрос уточняющий. Инструменты фондового рынка, в частности, акции и облигации, вы ими торгуете и доступ к ним предоставляете своим клиентам к реальным активам, правильно? Не реальным активом, контракты реальным, вы имеете именно в виду, вот, да. А реальные акции. Реальным активом брокеры доступа не предоставляют. Именно брокеры международного рынка. То есть работа только через CFD. Ну, то есть, значит, это не брокеры, это форекс-дилеры. Ну, давайте я сейчас не буду с вами спорить на эту Дмитрий, тему. Дмитрий, нет, со мной спорить не надо на эту тему. Если в вашем понимании это форекс-дилерство, но тогда называйте это форекс-дилерство. Я не говорю, что это плохо или это хорошо, это факт, да, это, ну, такая деятельность форекс-дилера. То есть вы занимаетесь только CFD-контрактами, правильно? Исключительно. На разные инструменты, это я поняла. Хорошо, тогда второй вопрос. Когда заключается CFD-контракт с клиентом? Заключается он между кем и кем? Вы отдаете приказ своему брокеру на заключение данного контракта. Соответственно, контракт сам по себе заключается между вами и поставщиком данного контракта. Поставщиком данного контракта является... Поставщиком данного контракта является абсолютно кто угодно, потому что ликвидность на международном рынке, она качается не напрямую с какой-то определенной биржи, да, а качается по самой доступной и выгодной цене. То есть, если мы с вами, например, будем рассматривать какой-либо фондовый индекс, даже пусть это будет фьючерсный индекс РТС, то данный контракт может поставлять как биржа московская, да,
может предоставлять биржа Санкт-Петербурга, может предоставлять европейская биржа, которая котирует данный индекс. И, соответственно, брокер берет контракт по самой доступной, самой выгодной цене. То есть вы хотите сказать, что вы эти контракты берете с бирж? Конечно, они не берутся из воздуха, потому что это именно брокерская деятельность, понимаете? Не дилерская, где все происходит в рамках компании и просто используются графики, да, и торговля практически не ведется, а это выход на межбанковский рынок, понимаете? Это через поставщика ликвидности, это через прайм-брокера, это выход на банковский консорциум, это максимально правильная работа. Банковский консорциум, это круто, конечно. А скажите, пожалуйста, вас удивит такая информация, что биржи не дают CFD-контрактов и не предоставляют доступ к CFD-контрактам? Ну, Анжела, биржи предоставляют CFD-контракты. Вы можете поторговать даже непосредственно на бирже с CFD-контрактами. Нет, не могу. Я только могу это делать с форекс-дилером. Вот мне интересно, Дмитрий, вы верите в то, что вы говорите, или сознательно пытаетесь ввести сейчас меня в заблуждение? Мы с вами уже договорились. Я не вожу вас в заблуждение. Мы с вами договорились, что ничего плохого в CFD-контрактах как таковых я не вижу. Поэтому вам нет причины пытаться скрывать какую-то информацию, либо доносить ее не совсем правильно. Вы могли бы пойти честным путем. Но вы пытаетесь продолжать дезинформировать меня. Для чего вы это делаете? Вы в это верите или вы это делаете? Анжела, я отвечаю на ваши вопросы. Да. Если у вас сложилось какое-то неправильное понимание, откуда образовываются CFD-контракты, но я же не буду сейчас сидеть вас в этом преубеждать, понимаете? Ну, или вы считаете, что это все берется из воздуха? Нет, нет, это воздуха. Не берется из воздуха. Нет, конечно. CFD-контракт заключается между клиентом дилерской компании и дилером. Вот все. И опять же, ничего плохого в этом нет, если дилер работает и играет в честном, насколько это возможно. Дмитрий. Да я вас слушаю, но я теперь не могу понять, на какие вопросы вам отвечать. Вы меня не слышите, пытаетесь оспорить каждое мое слово, пытаетесь мне доказать, что это дилерская работа, хотя это абсолютно не дилерская работа. Ну, я вообще не вижу смысла продолжать этот диалог, понимаете? Ну, вы нам как клиент не подходите. До свидания. Давайте, до свидания. Дурачки.